Всем доброе утро. Сегодня я вам покажу, как проходит мой день именно в разрезе питания. Сейчас 6 утра, я всегда встаю рано, чтобы покушать к 6 утра. Это сделано для того, чтобы больше влезло. То есть я сейчас кушаю и иду дальше спать. У нас сегодня овсянка, авокадо и протеинчик. Так что мы можем начинать, я думаю. Самым сложным всем людям кажется в стронгмене это тренировки, выступления. Да, это в любом случае сложно, но для меня сложнее всего это правильно кушать всегда и большими количествами. Потому что ты бываешь голодным, но кушать ты не хочешь. Это такой парадокс. Так что мы сейчас начинаем делать самую сложную работу. За целый день мы не можем набрать с еды правильно и то количество жиров, которое нам нужно. Из-за этого мы кушаем просто практически перед каждым приемом пищи ложкой жиры, правильной, качественной. Также, кроме этого, кроме еды, я использую кучу разных БАДов. Про все я не буду рассказывать, как, что, зачем. Но основные я вам покажу. Типа витамин КЦ, комплекс для иммунитета. Витамины D3, цинк и так далее. Натокиназа, цинк, магнезия, витамин B12. Все для того, чтобы сделать мой иммунитет сильным и устойчивым к разным болячкам. Также тот минимальный набор БАДов, чтобы запустить мой организм каждое утро. Вот мы позавтракали и можем спокойно ложиться спать, чтобы доспать то количество времени, которое мне нужно для восстановления моего организма. Подъем в 9:30. 2 часа нужно поспать. Подъем в 9. Здорово. Ты не будил? Нет. Ну, смотри, теперь тише. Что вам надо? Люди тут. Уже завтра не буду. Вставай. Леша, что любим? Вставай. Маша! Ну все, выходит. Боже. Кицунчик, да? Летай? Вставай, Леша. Вот что есть. Вот второй раз мы просто. Давай заново. Вот второй раз я Второй раз просыпаться гораздо тяжелее, как оказалось. Кушать уже готово и чуть подостыло даже. Спасибо, Маша приготовила нам всем завтрак. Ну что, мы можем начинать гречку. Короче, все у нас есть четко. Здесь у меня 7 яиц, 4 желтка на 7 яиц, гречки грамм 150. Самый вкусный перчик, короче, жареный на чем-то. На гриле. На гриле. Секрет для всех, кто набирает на гречке. Добавьте туда чуть-чуть соды, и у вас будет гораздо вкуснее гречка. Это секрет, который я узнал совсем недавно. Мы только начали подготовку на ВСМ, и сейчас аппетит после болезни в придачу очень плохой. То есть это мне уже тяжело, по сути, съесть, хотя Дима все съел уже давным-давно. Так о чем я говорю? То, что все процессы в организме у нас тренируются. Через 2 недели это будет уже то, что я сейчас почти не съедаю. Я буду больше кушать, чаще кушать, больше порций и так далее. Соответственно, если вы сейчас там кушаете, вам тяжело набирать, то просто постепенно добавляйте в свой рацион все больше и больше калораж. И оно будет идти, и вес будет идти обязательно. Когда я набирал очень много весу, сразу как-то была у меня диета очень строгая, я почти целый день кушал. Так получалось, что я только закончил кушать, мне уже говорят,
Ну, я через 40 минут прием пищи снова. Ведь я так наедался, что мне было тяжело выходить из-за стола. У меня даже были такие моменты, что у меня от индейки вареной просто начало десен постиралось от того, что мясо жесткое. Я тогда, правда, за 2 недели 9 килограмм набрал, но это было тяжело для меня. В целом набирать можно, но если форсировать события, то чуть-чуть тяжело для организма и для вас. Потому что это обработать весь этот объем пищи тяжело. Но это все возможно. Мы сейчас покушали, второй завтрак у нас пошел хорошо. Дальше мы запланировали себе покататься в центре на самокатах. Следующий прием пищи у нас в час, так что времени у нас достаточно. Пока. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? Hello. Ну как так может быть? Сильно бахнуло. Подготовка на ВСМ, минус колено. Все, концерт, спасибо. Катались на самокатах, это было действительно круто, по всему Киеву наколесили. Сейчас час дня, и мы будем готовить обед. Рыбка, перчики и томат с салатиком. Легенький перекус, и едем к маме кушать курочку, шашлычок, там будет уже веселее гораздо. Начинаем. Процесс приготовления. Ну так ты делаешь? Да, да, так и делаю обычно. Да, да. Теперь давай руки чистые. Да. Полить чуть-чуть сюда. Не, можно просто полить на рыбку чуть-чуть. Чуть-чуть. Это сюда тоже чуть-чуть надо. Чуть-чуть. Рыбку надо поперчить. Давай, поперчи пока рыбку. Мы добавляем бульонический соус. Маш. Хорошо, и посолить еще перчик. Ты Машины слова вырезаешь, да, потом? Угу. Сейчас солим рыбку, солим перчик. Рыбку не солим. Короче, это уже у нас начинается кулинарная программа. С брысой и брудой. Так? Ну, ты же видишь. А мы можем тут сразу и перчики? Лучше один. Мы ставим сначала отдельно рыбку. Вот нормально же начиналось. Что за проблема? Закрываем крышку. Вау. Добавляем на рыбку немного с лимонного сока. Следующая рыба.
Рыбка, белок и омега-3 жиры. Овощи. Овощи и овощи. Сейчас еще будет без дрожжевых хлебчиков. Сейчас еще будет. Без дрожжевых хлебчиков. Горячий пи***ц. Тебе намазать сыром? Уже почти практически 4 часа, мы едем к маме домой, там уже огонек разожгли. Вы помните, я говорил в выпуске с Мокшиным, Алексеем Мокшиным, что я кушаю, когда у меня сезон, примерно 7000 калорий. Сейчас я так понимаю, что будет меньше, примерно там 5,5-6. И то это мне сложно сегодня дается еда. Почему? Потому что, опять же, все дело в адаптированности к тем или другим нагрузкам. Я отдыхал после соревнований, я кушал сколько хотел, то есть меньше, чем нужно на самом деле. Потому что это действительно тяжело выедать тот объем. Есть, конечно же, прописано, что мне кушать, какое мясо, как жарить и так далее. Но понятно, что в быту я не могу там сделать, чтобы было там красное мясо столько-то там грамм. Я могу кинуть больше там на 30, на 40, на 50, на 100 грамм. И в целом я придерживаюсь просто правильного питания для спортсменов силовых видов спорта. То есть чего-то вычурного у меня нету. Мы не бодибилдеры, нам не самое важное это красота и там качество нашего тела. Хотя это тоже, ну, у нас важно, чтобы ты просто поднимал много, был здоровым, твои связки были эластичными, и твое тело было функциональным. Вот. Многие из спортсменов, стронгов вообще не смотрят на эстетику своего тела. Кому-то это важно. Ну, это каждый принимает свое решение. Я кушаю так. Мне подходит. Итак, мы приехали к родителям. Сейчас мы будем жарить шашлык. Мясо готово, огонь готов, все нанизано, мы можем начинать. Уже 4 часа, чуть-чуть даже больше. Сейчас будем делать уроки по готовке мяса на огне. Пару слов для прессы. То индейка. Будем делать куриный шашлык с чем-то там, посмотрим. То индейка. Скучаю иногда по дому. Квартира это замечательно. Но дома лучше. Тут большая территория, тут можно дурака повалять. Друзей много. Кум рядышком живет. А что за колесо, Лев? Колесо? Я не знаю, оно очень тяжелое просто. Сколько килограмм? Там чуть больше за 400. Сейчас переворачивать тяжело будет. Есть вот такая вот платформа. Я не ожидал, что ты кинешь. Да? Ну, ты просто поддержишь. Ну, тогда да. Повтор. Соседу на дом. Можно катапульту привет запускать. Что у меня еще есть? У меня есть, погнали, есть интересные штуки. Шашлык кто переворачивать будет? А пока хорошо. Да? Да. Шашлычок. И лучок. Дальше есть формы для шаров. Мы можем любые шары от 80 до 220 делать. Скоро будет новый заказ. Короче, если там кому-то может надо шары, по Украине можно сделать без проблем вообще. Ой, кушать хочется уже. Одна за
Но пока мы жарили шашлык, уже у всех в животе чуть-чуть так начинает тянуть. Я думаю, что не затягиваем вот эту всю историю, а просто садимся и кушаем. У нас сегодня очень вкусная еда. Ты куда? Сюда, туда? Туда-сюда сделай, брат. Туда-сюда. Эй, брат, туда-сюда сделай. Туда-сюда. Mm-hmm. Диман. Смачно. Топчик. Пушка. Димончик, кидай камеру, садись кушать. Ну, действительно, мясо вкуснейшее просто. Да? Да. Да, мам? Mm-hmm. Особенно куриное. У нас просто факап случился. Мамуля этот чеку выдернула, и оно все упало вниз. Блин, камера не... Ну ничего страшного. Мам, не показывай. Я быстренько собрала. Сейчас приедет брат, он съест все, а потом он уже в выпуске поймет, что к чему. Ну ничего страшного. До то время оно уже и выйдет. Погнали. Что мы делаем? Все? Да, погнали. Секундочка. Уже потихоньку подъезжаем домой. Сейчас уже вот 6 часов практически. Обычно в это время я уже либо уже в зале, уже тренируюсь, либо подъезжаю в зал. Но так как сегодня воскресенье и я еще не тренируюсь, то есть после болезни, я думаю, с понедельника только начну вкатываться в режим и готовиться дальше на World Circus Man 21, защищать свой титул. Так, у нас предпоследний прием пищи, уже 8 или 8:30. Мы нарезаем лук, нарезаем его для бургеров. У нас сегодня бургеры с бездрожжевым хлебом. Короче, будет очень вкусно, прикольно. Вот такие вот у нас будут котлетки. Сейчас мы сделаем реально очень-очень вкусные бургеры. Таких вы в ресторанах не кушали. Так, лук нарезали. Полукольцами? Полукольцами? Ну уже все, ничего. У нас сегодня так, как у Макдональдса. Хорошо, только лучше. Возьми в тарелочку, всыпь его, пожалуйста, и лимонным сачком надо прирезать и соль. Важно пакет. Обязательно помыть цедру лимона, потому что так нужно. А вы моете? Содой. Так, это уже идет в духовку. Осторожно, хлебчики. Ну что я сделаю? Сейчас мы лимончиком закончим. И сольки добавим. Так, а это у нас пока отправляется в... Скибочками? Ну просто... Скибочками? Любимая, подключишь ножик, пожалуйста? Сейчас нет, Кит. Специальный соус для бургеров без сахара и без соли и без масла.
Ну что, это последний прием пищи, именно пищи. Дальше у меня только протеин, казеин и разные таблеточки. Это не считаем, как бы, но он будет. Всем приятного аппетита. Ну что, сегодня был насыщенный день, мы и покатались, и домой заехал к родителям, погуляли, все сделали. К сожалению, не смог я съесть то, что хотел, потому что ну, я себе планирую кушать много, а после болезни, сами понимаете, аппетит упал, объемы упали и тому подобное. Соответственно, не смог сделать то, что хотел. Я буду наращивать объемы в еде, в тренировках и постараюсь показать очень хорошую форму на ВСМ. Надеюсь, вам понравился выпуск. Мы очень старались. Лучше ваша благодарность для нас будет лайк, комментарий. Если вы сторис вообще запишете, это будет просто пушка. Спасибо вам большое. Мы стараемся для вас. Всех обнял, всех поднял.